Друзья, всем привет! Небольшая сегодня у нас посылочка. В этой посылочке у нас находится бейсболка, ну или можно как-то кепка, которую я заказывал в горячих товарах на Алиэкспресс. Иногда полезно туда заглядывать, что-то там можно заказать подешевле. И как это сделал я, вот 20 дней шла посылка. И, кстати, заказывал еще вместе с этим. Ну, одновременно получается там еще очки должны быть женские, и кошелек Байлини еще должен быть. Ну, пока их они только где-то короче едут еще, в общем говоря. 431 цена, 307 рублей, ссылка будет в описании, посмотрите. Сейчас стоит чуть-чуть дороже, чем вот это вот 307. Сейчас посмотрим, что там у нас за кепка. Да, иногда можно там что-то такое приобрести, прикольное, за небольшие деньги. Вот такая вот кепка, такая модная, типа с потертостями, нитки торчат кругом. Да. Вот это, конечно, так и должно быть. Вот это вот, конечно, это вообще трэш какой-то, с нитками с этими. Ну, это, в принципе, все обрежется. Что у нас внутри тут? Внутри тоже тут нитки есть, торчат. Ну, я думаю, носить можно будет. Завтра одену на работу. Кстати, видео сейчас будет выходить, не знаю, как. Я сейчас уезжаю на рыбалку с понедельника. Ну, буду по возможности распаковывать посылки там. Завтра, скорее всего, распакую. Кто-то мне там писал, ждут его давно уже люди. Xiaomi Redmi Note 2. Но у меня уже посылка лежит, но все никак руки не доходят ее распаковать. Ну, материал такой тоненький. Не знаю, с чего тут зашито все. Что тут написано? Как обычно, 100% хлопок, наверное. Нет, да. 100% хлопок написано. Ну, будем пользоваться, посмотрим. Вот это, конечно, неприятно. Ну, в принципе, не беда. Это мы все пообрезаем. Motor Racing Team. Вот такое вот название. Кому интересно, переходить, там еще другие есть цвета у продавца. Ну, так ничего, прикольная, в принципе, кепка. Ну, в принципе, на этом, наверное, все. Маленькая такая сегодня у нас небольшая распаковочка. Ссылка в описании. Если видео было полезно, ставьте палец вверх. Ну и всем пока-пока. Еще увидимся.